Российский офис Audi одним из первых в мире начал продажи модели A8L Security в кузове D5. Бронированная A8L Security в кузове D5 уже доступна для заказа на официальном сайте Audi в России. Начальная стоимость седана начинается от 55 миллионов рублей. При этом заказать автомобиль смогут не все. Заявки от покупателей верифицируются в Германии, и некоторым клиентам могут отказать в покупке. Audi A8L Security бронирована по стандарту VR9, VR10. По стандарту VR9 защищены непрозрачные области. По классу VR10 – стекла. По словам разработчиков, модель изначально проектировали с расчетом на выпуск пуленепробиваемой версии. Автомобиль сможет защитить пассажиров от обстрела пулями калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником. Новый A8L Security имеет под капотом битурбо восьмерку объемом 4 литра в сочетании с умеренно гибридным довеском. Мощность агрегата достигает 571 лошадиной силы, крутящий момент 800 ньютон-метров. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач в сочетании с постоянным полным приводом Quattro. Хотя внешне Audi A8L Security отличается от стандартного седана только утолщенными стеклами и усиленными шинами с высоким профилем, технические модели различаются. Кузов броневика, подвеска и его электронные системы разработаны с нуля. Полная масса машины достигает 4,5 тонн. Это примерно на 1700 кг больше, чем у стандартного седана. Для Audi A8L Security предлагается весь перечень опций обычной A8. При этом мультиконтурные кресла с 22 диапазонными регулировками уже включены в базовое оснащение. Персонализировать седан поможет подразделение Audi Exclusive. Гамма материалов и цветовых сочетаний, доступных для оформления интерьера, практически безгранична. Отличить броневик изнутри можно по наличию специального переговорного устройства, а также аварийному блоку на центральной консоли, с помощью которого осуществляется управление спецсигналами, аварийной подачей воздуха, системой пожаротушения и системой отстрела дверей. По информации источника, демонстрационных экземпляров Audi A8L Security в России нет. А в случае одобрения заказа клиенты могут получить свой броневик в течение 3-6 месяцев. Окончательную цену назовут только в момент отгрузки. Стоимость в рублях зависит от курса евро.